Всем привет, друзья, меня зовут Руслан, и добро пожаловать в игру, которая называется Requiem for Erich Sun. И сегодня я поиграю нормальную... Так, Эрих ходит нормально. Ну, да, поставлю нормально. Так. Так. А можно мне клоуна взять? Блин. Да блин. Тут недостаточно. Так, я не понял, как спадаться. А, вот так. Тихо. 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 Так. Да, придется мне поиграть. Это Эльха. Эльхсан какой-то. Так, тут не тени есть. Так. Ничего себе. Какая-то концовка. Я вообще-то не знаю. Это на версии. Так. Да. Обучение не нужно. Я уже сам все знаю. Он мне пока не нужен. Да, я смог прокинуть. Внутри никто меня не заметил. А кто меня может заметить? Я ж один. Ничего себе. А что делать-то? Мне удалось пробраться через канализацию. Так. Блин, двигать тьма. Крышка люка заблокирована. Мне нужно найти новый вход. Ладно, выход. Я не знаю, что это за комната, но я должен найти скрипку. А какая скрипка? Да, я нашел скрипку и покину этот чертов дом с ним. Будьте осторожны, необходимо убедиться, что владелец меня не слышит. Я уверен, что он не очень дружелюбен. Найдите спрей для открытия котла. Значит, спрей? И что делать-то? Кто это? Где он будет? Он пошел где-то. Ё-моё. Кто это? О, нет. Ё-моё, меня чуть не побил. Так. А? Блин, смотри-ка, бегает до сих пор. Ой. Он не продолжает идти? Ты чё? Требуется интернет или... Подождите, чтобы спросить видео. День второй. Ничего себе. А концовки-то нет. Пока концовка нет. А что делать-то мне? День второй. Мне, по-моему, день до пяти. Смеет.
Но я должен покинуть это жуткое место. Ничего. Что за... Так. А что? Я же не могу использовать это. Что это? Так, что мне делать? Ладно, пока я закрою. Так. Ах ты, нифига себе, какая коробка. Так. Я не пошумел ведь. Ладно, пока я отколю. Так, эта дверь заперта. Закрыть дверь. Так. Что за... Нифига себе. Ё-моё, он такой быстрый. Ты чё фигаришь-то? Кожура банана? Так, ну-ка. А если я не подскользнулся? А Эликсан подскользнулся? Ха, нифига себе. Какое у него глазище. Ладно. Так. Когда он проснулся? Понят. Тихо. Так. Да. Кажется, я успел спешить. Эликсан какой-то непонятный. Вот кожура банана опять. Ё-моё! Что за... Чего? День третий. Найдите спрей для котла. Мне день третий. Ладно. Так, можно сюда спрятаться еще. Чего? Оттуда здесь можно увидеть. Что это было? Ты что, хочешь меня уничтожить? Странно. Ты какой-то... Так. Всё. Так. А что? Положите, чтобы зажечь... Что? Газировка. Газировка какая-то. Так. Редкий ключ. Блин, меня он заметил. Так, кажется, я успел. Так. Что за... Ах ты... Куда идти?
Ах ты. Левин. Ё-моё, не заметил. Так, я, по-моему, видел тут какой-то туалет. Надо сюда спрятаться. Так. Я надеюсь, он меня здесь не заметит. Ё-моё. Это будет жесткая смерть. Так, а можно мне как-то мне сюда спуститься? Блин, нельзя спуститься. Да вместе. Он так не откроет дверь? Что за... Ох ты... Требуется интернет или подождите, чтобы запросить туда. День четвертый. Я вот спрей нашел. И на день четвертый. Так. Так. Да блин. Да. Где он будет? Ты куда пошел? Так. Сколько? Что за... Ёлки. Ё-моё, мне кажется, я попал. А что? Дверь заперта? Ё-моё. Тут, по-моему, что-то внутри. Это меня... Ах ты, да блин. Ё-моё. Так. Блин. Да ты меня пугаешь. Так, кожура банана. Да блин, чего он мне не берется? Так. Так, а можно мне вот сюда? Да блин. Он меня ко мне хочет... Так, а это что? Ух ты! Что это? Зачем это? Ну-ка, а взорвусь ли я? Нифига себе! Я взорвался. Книга какая-то непонятная. Это книга? Да, что? Что это? О, я знаю, что делать! Куда ты? Ой. Что за... Где... У меня последний день. Ладно. Ладно. Давай, убивай. Эх ты, нифига себе. Как я сидя. Так. Ну где ты там? Дедуся. Где ты? Ну давай, убивай меня. Ты где? А что? Вы нашли дубон. И что теперь? Ух ты, ё-моё, меня сейчас убьёт. Меня раздавил. Элик тебя казнил, какова его цель? Я заметил что-то странное в его глазах, неопределённое. И не знаю что. Ладно, всё, спасибо. Смотрим.
лайки. Всем пока.